Выборы губернатора Московской области идут полным ходом. Свою позицию пришли выразить жители Медвежьих озер. Это мой гражданский долг. Я должна изъявить свое желание, кому доверить будущее своей семьи в частности. На избирательные участки пришли и те, кто голосует впервые. Для молодежи это важный и осознанный шаг. Молодой человек принимает участие в решении вектора развития округа и региона, в котором он живет. На нашем избирательном участке активное население. У нас постоянно, да, люди приходят и выражают свое избирательное право. Напоминаем, отдать свой голос можно в любой день до 20 часов 10 сентября включительно. Не забудьте взять с собой паспорт.